Рязана есть маленький трек, flat track, на котором очень здорово гонять на мотоциклах Scrambler. Мы гоняли на on-road bike, но с некоторыми модификациями под оригинальный мотоцикл для flat track. И вообще эта затея была очень классная. У нас был турнир с 8 участниками. По 2 пилота участвовало в каждом заезде на выбывание. До финала не добрался, хотя я лидировал в полуфинале, но допустил ошибку, упал, когда ехал против Троя Бейлиса. Но я смог финишировать третьим, и мне это достаточно здорово. Такая компания противников была. Было бы классно иметь такой мотоцикл в моем гараже, потому что у меня никогда ничего подобного не было. На нем легко ехать на Dirt Track, хотя он немножко тяжеловатый, но он приятный в управлении, очень такой весь прикольный.